креативный способ давать возможность молодежи больше самовыражаться. У меня двое детей, один из них актер, другой сценарист. Я вижу, что, как сказать, ограниченность их возможностей диктует многие их заблуждения. Отсутствие работы, отсутствие возможностей именно. Я пожелал бы, чтобы в молодежь больше вкладывалось денег, больше давалось ей возможностей, как бы сказать, ступенек. Ну, а уже, так сказать, как конкретно, я думаю, что молодежь сама разберется. Но это не пропаганда наркотиков, там, проституции и прочее, прочее.